Доброе утро. Итак, карты недели мы с вами все-таки сегодня посмотрим, хотя сегодня у нас уже вторник, но перекинем тогда одну карту частично на понедельник. На понедельник, да. Итак, сегодня вторник. Итак, начнем с понедельника, но не со вчерашнего, а с будущего, да. Так, понедельник давайте тогда лучше пропустим, да, со вторника. Во-первых, что можно сразу сказать? Целую неделю вы будете вечно что-то искать. Вы будете находиться в поиске. Также у вас на этой неделе характерно и точно переезд, поездки, где вы были, уедете, как бы уезжайте. Но знаете, как вы уезжаете? Вы уедете, чтобы обратно вернуться. Вот это место, где вы были, например, на этой неделе, кто уезжал, да, вы еще раз сюда вернете. Дальше, сегодня, в частности, кто-то из вас тоже отправится в поездку. Сейчас откроем карту дня вторника. Карта дня вторник говорит нам о том, что сегодня день пройдет очень согласованно. Вы поймете и осознаете, что вот это ваши люди. Это вот прям, можно сказать, они вам не по крови, но прям вот ваши, вас хорошо приняли. Ну и вот опять же, кто-то именно сегодня, вот мне вот прям шепчет, отправится в поездку. Поездка не домой, поездка куда-то, как бы, как, знаете, вот на другой берег. В течение всей недели вы будете гонять свои мысли в поисках какого-то смысла. Вот эта карта у нас на обороте все-таки ключевая. Поэтому, ну, подумайте, раздумайте. Сейчас, когда я уже закончу на каждый день, я скажу вам вердикт, да? Резюмирую, скорее всего, вот так вот. Значит, карта вторника очень такая компанистская, все дела будут делаться слаженно. Какие-то, если трудные есть переговоры, отлично их делать во вторник. Карта среды. Карта среды. Мой любимый подсолнух на этой карте. Карта жесткой дисциплины. Карта среды говорит нам о том, что если у вас какие-то где-то дела зависли, сделайте их в среду. Это у вас получится с блеском и отлично. Дальше будете общаться с некой подругой. Она вам очень подходит. Если какие-то тоже будут с ней разговоры, тоже, пожалуйста, разговаривайте. И еще, если вы мужчина, с некой женщиной решите очень много вопросов именно в среду. Вопросы не только могут касаться, например, интимной сферы, да, а скорее даже деловой, и будете очень довольны. То есть сейчас вот такой вот расклад скажу вам без всякого мыла, да, пократче. Так, карта четверга. Я бы ее здесь сказала, ну, карта именно финансовая. У вас будет подсчет финансов, и все достаточно стабильно. Какой-то доход к вам придет в четверг. Вот откуда придет доход? С этого источника, либо с этого направления. У вас уже фактически налажена связь, и вам нужно продолжать. То есть очередность действий. Очередность действий характерна. В четверг смотрите, откуда будет поступление средств, и вот в этой сфере и развиваемся дальше. Четверг. Карта пятница. Ой, карта пятница очень гармонична. Возможно, вы поедете с кем-то близким и будете за душевный разговор, душевно разговаривать. Либо, когда кто-то из вас сегодня уедет, в пятницу приедет в то место, где тоже ваши люди. Знаете, как родственные, как вот родные души. Может быть, даже вы это не знаете. Пятницу очень гармоничная и хорошая карта. У некоторых это тоже может сказать, что секс приятный, секс с таким человеком, с которым не нужно притворяться. Вот родной человек. Пятница мне очень нравится. Ну и вообще мне все карты, конечно, нравятся. В субботу вы будете работать. От работы получаете истинное удовольствие. Причем в субботу будете работать и финансово мотивированы. Ой, чихаю, как там наши мамы говорят, правду говорю. Карта субботы, несмотря на то, что это у кого-то выходной, но
знаете, в выходной такой вот пролетит, поэтому лучше в субботу, честно, поработайте. Или, знаете, лучший отдых – это смена деятельности. В общем, в субботу я вам рекомендую именно поработать, поработать там, где вы любите работать. Поехали дальше. Карта воскресенья. Ой, карта воскресенья. Постарайтесь поменьше общаться и убрать абсолютно лишние и деструктивные дела. Есть, дела не кончаются, дела практически каждый день. Но именно в воскресенье ограничьте себя от лишней суеты. Возможно, в субботу вы чересчур много даже сделаете. И в воскресенье, во-первых, в воскресенье вы поймете, что вы на высоте. Я все-таки карту мечей здесь прочитаю не так остро, как она звучит. Да? Представляете, вот одно дело там ножиком порезаться, другое дело огромным острым мечом, да. Поэтому вспомните, что делает вас на высоте, и проведите воскресенье вот именно с таким посылом, что вот видите, здесь корона на мече. То, что вас окрыляет и питает, вот это именно и делайте. И ограничьте общение, чтобы никаких людей не было лишних, или которые вас утомляют, или еще что-то. Просто ограничьте общение, честно. Так, давайте заглянем на понедельник. Понедельник у нас карта исполнения желаний. Ну, я что хочу сказать. Это все-таки карта понедельника. Раз я тоже не успела и вчера посмотреть, и идет, она зацепит и этот понедельник, и следующий. Карта понедельника говорит об исполнении желаний. Вы что-то осознаете, и что в этот понедельник много делали, вот он уже прошел, и следующий понедельник тоже будет очень похож он будет. Один понедельник на второй. Либо вы ходили куда-то в ресторанчик, отдыхали с приятным человеком. Вот следующий понедельник тоже карта говорит о том, что он будет похожим. Еще, что запланировали в понедельник? В понедельник можете получать, да? То есть это некая... Иногда эта карта даже показывает, что это такая вещь, которую вы планировали, что она исполнится, материализовали. Иногда у меня эта карта «Мир» показывает икону. Либо понедельник там что-то работали с иконой, да, чтобы у вас исполнилось желание, либо еще. Либо это какое-то обращение к высшим силам. Ну, достаточно вообще интересная карта. Ну, если кратко говорить, что вчера день у вас прошел замечательно, что следующий понедельник. Но у некоторых есть такое, что замечательно этот день прошел не так, как вы, например, думали, а как решили по воле высших сил. Например, у кого-то наоборот закончились отношения с каким-то человеком. И знаете, это для вас очень-очень гармонично. В этой карте вложены все четыре стихии. И здесь, если вы где-то проявляете слабость, вместо вас вмешиваются. Ну, в общем, очень глубокая карта понедельника. Даже очень хорошо, что я вчера не выложила вам расклад, чтобы не ставить большого смысла в вашу голову. Вот так вот. Так, давайте резюмирую. В течение недели вы будете вечно находиться в поиске. В поисках не только каких-то физических дел, но и в поисках либо высшего смысла, либо что же вам делать. Хочу вам напомнить, мне говорит об этом шестерка мечей, четверка пентаклей, карта мир. Давайте так, то, что вы делаете, и чтобы у вас исполнялось, и чтобы у вас получалось, здесь нужна очередность действий. Туда-сюда, туда-сюда, чтобы это у вас было регулярное действие, и вы это выполняли. У нас, по сути дела, наши мечты, наши желания исполняются из-за нашего упорства. Вот именно такое упорство в том, что вы хотите, то, что вам благоприятно, то, что вас созидает, а не разрушает. Именно в этой стороне делайте все действия, связанные с течением недели. То, что вас разрушает, об этом пошептала карта понедельника, то, что разрушает, оно к вам не придет. Потому что здесь у вас именно, кто смотрит мои расклады, есть вмешательство и взгляд с некий свыше. Поэтому, если вы что-то очень хотели получить в понедельник и не получили,
Вы можете это сейчас вспомнить, сегодня вторник, да? И вы поймете, что здесь уже произошло не по вашей воле, а по воле, можно сказать, богов, да, по воле Бога. Здесь произошло вмешательство, чтобы оно вас не разрушило. Вообще неделя очень замечательная, и финансы будут, и работа, вообще, и неделька дороги. И когда поедете вот в течение этой недели, либо будете подводить итоги в течение недели, скажете, да, вот, я даже не ожидала, оказывается, люди, о которых я там вот, не думала, да, они мне оказываются очень близки, близки как родственники. Да, хотела кратко снять видео, но, как всегда, у нас пошло вот так. Значит, хорошей вам недели, плодотворной, прекрасной работы, прекрасного результата, прекрасного. Я очень рада, что кто-то из вас на этой неделе приобрел, можно сказать, родственные души. Так что, родственные души, либо какие-то новые друзья. Супер, расклад супер. Всех люблю. Дорогие друзья, пишите комментарии. Пишите, как у вас отыгрался прогноз на недельку. Не надо стесняться здесь это писать. Все равно рано-поздно у меня будет и 1000, и 2000, и 3000 подписчиков. Ну, куда вы денетесь? Будете сюда писать. Если кто-то пишет месседж, WhatsApp, не всегда вижу. В YouTube сразу выскакивает сообщение в конце дня, потом читаю и могу комментировать. А от месседжа в WhatsApp, если я сразу не отвечаю, ничего страшного, значит, я занята. Но там даже могу дольше ответить, чем в YouTube. Поэтому всем замечательной недели. Целую. Всем удачи.